Этой зимой в Красносельском районе будут работать 14 катков и 10 лыжных трасс. Их откроют, когда установится устойчивая морозная погода. В основном зальют хоккейные коробки на Партизана Германа 8, 21, 28, проспектах Кузнецова 26 и Ленинском 100. Также покататься на коньках можно будет на улице Здоровцева рядом со спортивным центром и Чекистов 38. Кроме того, в районе появятся два больших полноценных катка. Один из них в Южно-Приморском парке, другой на территории 369-го лицея. Правда, туда вход будет ограничен. Часто жители обращаются, пустите нас покататься. Дело в том, что каток находится на территория лицея 369, который имеет ответственность за антитеррористическую защищенность данного объекта, и, соответственно, там доступ посетителей ограничен. Любителям лыжных прогулок тоже будет где покататься. В районе проложат 10 трасс, в том числе и на Дудырговских высотах.